Ежедневно 5 бригад специалистов Самара-Информресурса выходят, чтобы приводить в порядок остановки общественного транспорта. Павильоны, за которые отвечают учреждения, располагаются по всему городу. И каждый надо очистить от незаконно наклеенной рекламы и помыть специальным раствором. Такой влажной уборке остановки подвергаются до 4 раз в месяц, в зависимости от погоды и количества пассажиров, ожидающих транспорт. Если неблагоприятные условия, после дождя, грязь, слякоть, многие остановочные павильоны расположены вдоль проезжей части, поэтому более сильно загрязняются. Также в местах большого скопления людей активно оклеиваются объявлениями. Там приходится делать дополнительную очистку. Самара-Информресурс отвечает за 452 городские остановки. Остальные находятся в зоне ответственности ТТУ и разных рекламных компаний, которые арендуют павильоны для размещения своих материалов. Им также нужно содержать их в чистоте. Ответственные каждый месяц передают в департамент городского хозяйства график уборки остановок, и специалисты департамента проверяют выполнение работ. Недобросовестных владельцев ждет штраф. У владельцев остановочных павильонов имеется обязанность, они обязаны содержать свои рекламные конструкции в виде остановочных павильонов в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, согласно действующим договорам. Кроме того, во время месячника по благоустройству специалисты Самара-Информресурса подкрашивают металлические конструкции остановок, меняют поврежденные стекла и ремонтируют лавочки, если это необходимо. Администрация Самары призывает горожан не портить облик города и размещать частные объявления на специальных информационных стендах. Их более 700 штук. Они расположены по всей территории города. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.